Нас учат, как любить, но никто не учит нас, как можно разлюбить. Отношения должны быть поддержкой на всех уровнях жизни. Во всех аспектах два человека могут сделать больше, чем один. Весь смысл в этом. Как разлюбить? Садхгуру о разбитом сердце. Итак, начинаю новую тему. Многие в аудитории, наверное, с этим знакомы. Я думаю, разбитое сердце — это что-то... Эй, кто разбил твое сердце? Разбитое сердце — это то, через что проходит каждый. Особенно... Разве? В какой-то момент. Я помню, как мой учитель однажды сказал мне, что сейчас такое время, когда мы любим, наши сердца разбиваются, и мы учимся любить снова, снова и снова. Кто этот учитель? Простите? Кто этот учитель? Это секретная информация. И красота этого в том, что мы снова влюбляемся, и наши сердца разбиваются, но потом, в конечном итоге, всегда происходит исцеление. Мне интересно, Садхгуру, все вокруг учат нас, как любить. Фильмы, поэзия. Правда? Болливуд. Если вы будете делать то, что они делают в фильмах, никто вас любить не будет. Литература. Нас учат, как любить, но никто не учит нас, как можно разлюбить. Видите ли, что касается разбитых сердец? У меня нет разбитого сердца, потому что я отдал его очень рано в своей жизни, так что никто не может разбить его. Я отдал его. Вам следует сделать так же, и тогда никто не сможет разбить его. Мы должны понимать, что такое любовное отношение. Механика любовных отношений. Мы можем рассмотреть ее? Я не пытаюсь убрать из них романтику. Просто... Скажем, вам 10 лет. Вы смотрите на мир, и он кажется вам вполне нормальным. Да? Все было нормальным, когда вам было 10-12 лет. Мир был нормальным. Я не конкретно тебе говорю, просто ты сидишь в первом ряду. Мир был вполне нормальным. Внезапно, спустя какое-то время, у вас началось небольшое отравление, химическое отравление. Теперь вы видите все по-другому. Любая выпуклость на чем-то теле выглядит как целый мир в себе. Да? До этого все было нормально, не так ли? Вам было 10-12 лет, все было хорошо, вам исполнилось 13, и теперь вы смотрите вот так, внезапно это приобретает большое значение. Тощая соседская девочка, которая абсолютно ничего не значила для вас, внезапно она в центре внимания, она зенит ока. Да? Это происходит потому, что ваш интеллект угнали гормоны. Так что начали происходить разные нелепые вещи. Они заставляли вас поверить в самое разное. Со временем, когда вы оглянетесь назад, вы будете чувствовать себя глупо. Это нормально. Ничего плохого в этом нет. Однако важно, чтобы мы понимали, что с нами происходит. Иначе мы будем совершать идиотские поступки, о которых потом будем жалеть. Это не вопрос морали. Это вопрос разумного подхода к жизни. Это серийное разбивание сердец. Может сделать вас параноиком в чем угодно, в любом сближении с кем-то. Да или нет? Ваше сердце было разбито несколько раз. Какое-то время это выглядит интересным. Однако постепенно вы перестанете кому-то доверять в своей жизни. Потому что другой человек всегда оказывается проблемой. Только когда наши эмоции позволяют преодолеть эту проблему, в какой-то мере вы включаете других в свою жизнь. Но если наши сердца постоянно разбиваются, то мы не позволим нашим эмоциям преодолеть эти барьеры. Мы всегда будем относиться ко всему настороженно, потому что в любом случае у этого есть срок годности. Когда люди приходят со сроком годности, да, у всех нас есть отмеренный срок, но отношения... Смысл построения отношений в том, чтобы они являлись поддержкой на всех уровнях жизни. Два человека, значит, два мозга и два тела, могут справляться лучше, чем один во многих аспектах, в разных сферах жизни, на работе, дома, в жизненных ситуациях, в дружеских отношениях, в эмоциях,
в организации нашей жизни, в любом отношении. Два человека могут сделать больше, чем один человек. Весь смысл в этом. И, конечно, природа подталкивает нас друг к другу, потому что природа не заботит любовные отношения. Она просто хочет, чтобы мы продолжили род. Да. Вы думаете, мать природу заботит, любите вы или нет? Она хочет, чтобы вы размножались. Но мы немного перестарались в этом вопросе. Нам больше не требуется спешить с этим. Да? Да. Если бы вы были тигром, я бы настаивал, пожалуйста, размножайся, потому что тигр — это исчезающий вид. Люди — точно не исчезающий вид. Это мы помогаем другим исчезнуть. Так что сейчас размножение больше не цель. Мы отложили это в сторону, но природа все равно подталкивает нас к этому. У нас есть эмоциональные потребности, физиологические, психологические, возможно, финансовые и социальные потребности, самые разные потребности. Для удовлетворения этих потребностей достойным образом... Видите ли, когда вы приходите в качестве человека, вы можете делать все то же, что и животные, но мы бы хотели делать это более прилично, осознанно. Едим мы или совокупляемся, или спим, нам нравится совершать это более эстетично. Это важно. Для этого нам нужно сотрудничество другого человека, который каким-то образом совпадает с нами. Если же каждые два дня ваше сердце будет разбиваться, вы увидите, какими проблемами это обернется.